Эй, пс, здорово, последняя цифра твоего лайка на этом видео покажет, кто ты из Мелом Плейграунд, а последняя цифра твоей подписки на мой канал покажет твой предмет из Мелом Плейграунд, поэтому спускайся прямо сейчас вниз, подпишись и поставь лайк, посмотри на экран, обрати внимание на последнюю цифру твоего лайка и твоей подписки, и напиши в комментариях, кто ты из Мелом Плейграунд, все просто, если твой лайк 8, а последняя цифра подписки номер 5, то ты лимон с кактусом. Прояви свою фантазию и приятного тебе просмотра. И здорово-здорово, дорогие друзья, ты на канале Мелан Фонка. В этом видеоролике я тебе покажу секретную версию Мелан Плейграунд. Но перед началом видеоролика я, как всегда, хочу сказать огромное спасибо вот этим и вот этим вот ребятам за то, что не попали в мой видеоролик. И если ты хочешь попасть в мой следующий видос, то все достаточно просто. Тебе всего лишь нужно подписаться на мой канал, поставить лайкосик, написать свой топовый комментарий. Ну и не забудь подписаться на мои телеграм-каналы, ссылочка будет в описании и закрепленном комментарии. Это очень важно. Обязательно подписывайся на наше Мелан комьюнити. Это новое комьюнити, которое включает в себя множество крутых ютуберов, которые постоянно занимаются развитием этого телеграм-канала. Также в участии жизни этого комьюнити участвует сам разработчик. Так что это очень важно, и это новая эпоха в развитии Мелан Плейграунд. В общем-то, я не буду тянуть твое время и приятного тебе просмотра. Итак, друзья, на просторах Мелан Плейграунд мне попалась вот такая вот довольно-таки странная игра. И я просто решил показать вам эту версию Мелан Плейграунд. Это очень странная версия, но все же почему бы и нет. Имеет место быть. В этой рубрике мы часто обозревали всякие странные версии. Если ты знаешь что-нибудь подобное в Мелан Плейграунд, то обязательно присылай мне название этой игры, и я сделаю на нее обзор. И просто сходу нас встречает реклама, что они делают хорошего для этой игры. Она называется Мелан Бокс, в принципе, как вы уже понимаете, она абсолютно слизана с нашего любимого Мелан Плейграунд, как мы видим, персонажи в 3D, это точная копия Мелан Плейграунд. Здесь мы видим и Майнкрафт, и Мелан Плейграунд, который попадается под ракеты, какие-то небоскребы, цирк, что вообще происходит. Но начнем с карты под названием Наследие, мне кажется, это будет очень интересно. И прошла буквально минута времени, и мне уже попалась вторая реклама. И это просто безумно много для таких подобных игр. Так, к сожалению, я играю на BlueStacks, потому что снимать у меня есть возможность только с ПК. И в целом, в принципе, управлять этой игрой с ПК, ну, можно в целом, почему бы и нет. Так, у нас есть огромное количество различных локаций, например, какие-то порталы. Мы видим тут что-то супер странное, это... Я только со стороны. Что вообще происходит? Так, давайте попробуем пострелять по нашему Мелону и посмотрим, что будет. Так... Ничего не происходит. Мне очень сильно напоминает атмосфера в Горбокс. По сути, это... Ты чё за фигня? Стоять! А их убило почему-то. Вы чё, парни, вставайте! Эй! Вы чего? О, я могу... Да, это чисто Горбокс, ребятки. Ну, реально, посмотрите. Но это Горбокс номер 2. Реклама через 3, 2, 1. Огромное количество рекламы, уже третье буквально за пару минут съемки. И я думаю, что это вообще не здорово. Здесь есть какое-то подобие паркура. Давайте попробуем его пройти. Кстати, здесь можно ускоряться, что в принципе намного... Гонки на машине есть. Так, ладно, давайте сейчас попробуем пройти этот несчастный паркур, потому что мне кажется, я смогу это сделать. Не зря же я 5000 часов в КС играл, кому интересно. Так, раз, два... Ну ладно. Чё? Гонки на машине. Миссии у нас какие-то есть? Начать. Нужна машина. Хорошо. Так, идем искать машину, ребятки, и выполним пару миссий, просто чтобы посмотреть, что здесь происходит. Какое-то название Tasteman Titan. Не знаю зачем, не важно зачем. У нас есть тут... О, это ж я, это мой компьютер, смотрите. Это мой компьютер, ребятки. Кто украл у меня компьютер? Сюда. Просто какое-то невероятное количество рекламы. Если честно, это уже начинает раздражать. Ладно, мы просто идем в поисках машины, чтобы выполнить какую-либо миссию. У нас есть также... А что я сделал? В общем, это очень странно.
ребятки, если честно, в шоке. Что тут происходит? Тут можно удалять предметы, если по интерфейсу пройтись, можно прыгать и можно куда-то что-то делать. Опять реклама, ну что это, ребят? Просто какое-то невероятное количество рекламы, если честно, это просто безумно раздражает. Но, ребятки, это вообще просто невероятно, это какой-то перебор, просто невероятное количество рекламы. И это не то, что раздражает, это просто бесит. У нас есть какой-то кружок, давайте, нужна машина, хорошо. Как мне получить машину? Может, тут как-то есть меню. Я просто вышел, но это бред. Но опять реклама, но это просто жесть. Ну просто какое-то невероятное количество рекламы. За каждый, по сути, ну, за все нужно платить. Так, окей, у нас есть какой-то портал. Что мы делаем дальше? Увеличили, окей. Ага, это очень... У нас выпали какие-то карточки. Итак, ребятки, напишите в комментариях, какую карточку стоило открыть. Давайте просто на считалочке. Раз, два, три. Короче, третью открываем, все, неважно. У нас выпал торт. А, нужно было все три открыть. О, у нас есть мустанг. Вот, мустанг, это сильно. Как по мне, такое огромное количество рекламы просто-напросто незаконно. Что мне надо делать? Мы уменьшаем сейчас. Окей, уменьшаем этого Милона, он побежал. О, сейчас вообще не... Они сейчас потомство на нам делают, а нам надо. Так, у нас есть три пушки, три скина. Стул, Блейз и Горизонт. Забрать. Сейчас появится, скорее всего, реклама. Нет, странно. Идем в песочницу. Наследие. У нас вроде бы есть какая-то машина. Ну, вот, у нас есть мустанг. А как мне его поставить? Простите меня, пожалуйста. Я не понимаю. Просто я не понимаю. Где мустан? Где мой мустан? О, вот машина, кстати. А можно в нее сесть, да? А можно было сразу так? А как управлять? Блин, у меня я просто мышкой управлять. Поехали на таксишке. За сотку до центра довезешь. Довезу без проблем, дружок. Так, что происходит? Просто управление на мышке это какой-то кал. Я просто не понимаю, как мне управлять сейчас на мышке этим всем делом. Почему в BlueStacks даже в мелом плейграунд удобнее играть, чем в 3D игру этой какой-то помойки? Честно, ребят, эта игра не заслуживает и одного балла. Откуда там миллион скачиваний и оценка 3.6? Это же просто какой-то идиотизм и снова реклама. Это просто невероятно, ребятки, я не знаю, как контролировать свои эмоции, потому что, ну, я снимаю 8 минут, от силы я поиграл, хорошо, если минуты 4. Ну, реально, ребятки, это просто уже ни в какие рамки не лезет, это перебор, просто-напросто перебор. Так, едем дальше, окей. Я хочу хотя бы одну миссию пройти и закончить на сегодня играть в эту помойку, потому что, ну, это невероятно. У нас всплыла какая-то кнопочка слева сверху под названием сюжет. И что значит сюжет? У нас есть какая-то просто четырехмерное пространство, то есть это какой-то куб, мы внутри куба. У нас есть какая-то горка. И что? И это все? Я упал. Я жив. И нам дают карточки. Ребятки, объясните мне, пожалуйста, может, я что-либо не понимаю. Ну каким боком вообще это связано с игрой? Это какая-то ерунда. Кто вообще скачивает эту игру и кто в нее играет? Вы только вдумайтесь, ребятки, миллион скачиваний. Миллион. Это же миллион. Это просто очень много, ребят. И автор этой песочницы просто какой-то... Ну, это не человек, я считаю. Это просто игра для заработка. То есть, в целом, игра может быть и каким-либо образом сможет существовать. Я не знаю. Знаю, это кринж просто. Ну, то есть, если бы не было этой рекламы, вот этого тупого интерфейса, этой голимой графики, ну, это как будто бы когда-то во ВКонтакте, кто был помладше, была такая игра типа Майнкрафта, то ли... Что-то кубные постройки или кубизм, я не помню, что-то похожее. И это Майнкрафт только во ВКонтакте. И это, по сути, точно такой же кринж. Но это по-другому назвать нельзя, ребятки. Каким боком это связано с игрой, я не понимаю. Я просто бегаю как идиот. И я не понимаю, во-первых, как тут стрелять, потому что я нажимаю на стрельбу. И оно не стреляет. Ну, оно реально не стреляет. О, стрелять начало. Может, я дебил? А, ну автоматически стреляет по мишеням. Ну, значит, я дебил. Ну, ладно. Я, ну, как бы... Меланфонг дурак, напишите в комментариях по-другому. Но реально, но это все равно кринж. Это не отнимает того факта, что это идиотизм, а не игра. Она не заслуживает на существование. Я даже не знаю, сто... О, мустанг. Поехали.
Я не знаю, заслуживает ли эта игра, в принципе, своего шанса на существование. Как мне кажется, вот за такое нужно сажать в тюрьму. Просто на лет так 10. Но это кринж, посмотрите, что. Это ломает мне психику, взрослому человеку. А вы, ребятки, которым там 12, там 15, 16, 10, 8, 3 года. Ну это ж вообще, вы с ума сойдете от этой игры. Я-то куда? Мне-то уже 22 года, я уже старый пень. Я схожу с ума потихоньку с этой игрой. Ты посмотри просто, это же загадка для шизофреника какого-то. Смотрите, ты просто сидишь внутри куба, где облачки, а сверху какая-то ерунда с рекламой. Это очень странная, ребятки, игра, очень странная. Я, во-первых, очень сильно заколебусь врезать рекламу, во-вторых, ну это реально супер странная игра, которая не заслуживает на своего шанса на существование вообще ни разу. Я ставлю этой игре 0. 0 из 10, ну реально, это помойка. Напишите, пожалуйста, в комментариях свои игры, в которые вы хотели бы, чтобы я поиграл, протестировал. И, в принципе, я это легко сделаю, и вы попадете в мой следующий выпуск. Ну а на этом мой видеоролик подходит к концу. Всем спасибо за просмотр этого ужасного видеоролика, но все же спасибо за то, что вы посмотрели до конца. Если ты досмотрел до конца, пиши в комментариях, я досмотрел, и ключевое слово на выпуск будет рестарт. Напиши ключевое слово рестарт, и ты попадешь в мой следующий выпуск. Давайте делать вот так. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока, и помню, дружище, как всегда, увидимся на днях.